Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Все-таки мне стало интересно, что же там дальше идет в дивизионе, да? И давайте поколбашусь я немножко, запишу, что тут еще есть дальше. А то я там что-то завис на миссии на одной, на буквально там первая, вторая. Подключение идет, сейчас подключимся и посмотрим. Графика, конечно, нет, игрушка вообще замечательная, стрелялочка такая, бродилочка такая нормальная. Только они, гады, что-то так медленно умирают. Стреляешь в магазины целые, засаживаешь. Даже в голову, и то сразу никак. Можно включить. Карту нажмите Т. То есть мирных граждан надо не мочить, а помогать им. Так, давайте продолжим. Так, агент, нам нужно навести порядок в этом участке. Без него мы рискуем потерять Бруклин. Внимание, здесь противник. Давай, давай, скорее, 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 парень. Там уже противник, ё-моё. Мы наблюдаем движение на крыше. У них гранаты. Да ядрен батон. Пакеток застрял тут. Да умри, собака. Да неужели, ё-моё. Так, парни, я тут кому помочь? О, черт побери, уходим, уходим. Давайте отходи быстрее, да ё-моё. Где твоя башка-то? Где там на бомбе? А, вот он ты. Да где что-то есть-то? Где там кто давит, а где, я не пойму. А, вон он. Идите
Да ядрен батон. Все, да бляха муха. Вот это тебе, блин, война, ёкарный бабай. Главное, тебя убивают быстро, их нифига не завалить. Командир спецотряда, наш агент на подходе к 84-му, но все входы заблокированы. Спецотряд, это лучшая новость за весь месяц. Пусть заходят через парковку этого дворе. Слышишь, агент, твоя лазейка, слышу. Действуй. Слышу, что ничего не слышу. Вот прям сейчас, смотрите, к этому. И он живой, зараза. Да ядрен батон-то, смотри, какие они метки, че я-то попасть не могу. Главное, их сразу валишь, а этих тебя сразу валят, а эти ни хрена не завалить. Что ты посмотрел? Говорит командир спецотряда. Да уже был на подходе к 84-му, но все входы заблокированы. Давай уже. Спецотряд, это лучшая новость за весь месяц. Пусть заходят через парковку этого дворе. Слышишь, агент, твоя лазейка действует. Обнаружена группа противника. Сначала вали пулеметчика. Продолжай в том же духе. Они продолжают давить. Да ты чё в натуре-то, ё-моё? У него жизни ни хрена там нету. Да что за вообще банан? Бруклин, говорит командир. Давай уже, всё понятно. Наш агент на подходе к 84-му, но все входы заблокированы. Спецотряд, это лучшая новость за весь месяц. Пусть заходит через парковку этого дворе. Слышишь, агент, твоя лазейка действует. Thank you.
Ну-ка, банан, прикури, парень. Купил. Давайте, отходи быстрее-то, ё-моё. Жесть. Это была, блин, жесть. Как там? Ну того Ленина снять. Давай, вставай, пошли. Сидишь там, гасишься. Наконец-то, да ёшкин кот. С 25-го раза миссию проходить, здорово стреляешь. Спасибо за помощь. Должен будешь. Приближается противник. Черт побери. Противник.
Внимание! Обнаружен враг. Контрольный выстрел. О, ребята, Новый год. Так, нам бы патрончиков до всего пособирать тут. Фу ты, чувак, я чуть тебя не вальнул. Там, наверное, на пульку надо как-то нажать. А, черт побери, сволочи, завалили. Да, блин, стрелялочка такая от души, парня. По сетке можно колбасить. И че, откуда, куда? Давай бегом. Внимание, рядом враг. Рядом, понятно, что он рядом. И че толку? Да еб, давай отсюда на. Бананов тут наколбасил, нахватал. Блин, чуть своего не завалил. Спасибо за работу.
Вау, ты откуда? Трындец, ёкарный бабай. Фу ты и бляха. Ты чё лошара тут сидишь в загашнике? Это оружие было, я ж тут много чуваков наколбасил. Че, нету ничего? Вот тебе, здрасте. Все сделаем. О, давай-ка, чувак. Что-нибудь возьми тут. Все по максимуму. Я так рад, что ты на нашей стороне. Да ладно. Внимание! Рядом враг. О, рядом. Где рядом-то? Только светло на улице. О, черт побери. Нужно удержать позиции. Давай стрелять ее. Все, писец вообще. Рядом враг, ёшкин кот. Фу ты, блин. Эти лоси вообще что-то идут рядом, бесполезные какие-то. Ну-ка, давай-ка перезарядимся сразу. Чего вы не стреляете, нифига, солдаты? Сука, сука, сука! Внимание! Да, обнаружен враг! Черт, я сам себе сейчас тут засажу гранатой. Вот черт побери. Бегим, бегим! Давай будем отсюда их встречать. Это же просто нелегально. О, черт! Что-то он меня чем-то гасанул. Контузило меня, что ли? Сейчас меня точно сейчас... О, черт побери. Да что за ишак тут бросает? Давай, патроны, давай! Я сам себя что ли тут кидаю, не понять не могу, блин. Где эта чертова граната?
Фу ты, блин. Вот сволочи. Обалдеть. Аж, блин, руки вспотели. Ну да, как бы убить их тут вообще тяжко. Не по-детски. Офигеешь проходить. Видите, олени еще нифига не стреляют. Да, Марк. Тревога. Обнаружен враг. Спасибо. Не хотел бы я с тобой ссориться. Не хотел бы не ссориться. Давай быстрее забираемся и бегаем, убегаем, 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 убегаем. Японский городовой. Бегу, бегу, бегу. Фу, блин, еле убежал. Да как-то так нахрен, ё-моё, да чё вообще, жесть. Вообще не понимаю, эти бойцы-то со мной, которые какие-то бесполезные. Давай уже, побежали. Ядрён батон. Ну-ка давай, перезарядимся. Тут чё? Вообще что-то разбирают на ура. Внимание, обнаружен враг. Обнаружена новая группа противника. Да как-то нахрен так-то, ё-моё. Фу, эти олени вообще со мной что-то не воюют. Какие-то бесполезные парни.
Давай, вперед, я уже устал тут начинать. Вообще жесть. Давайте пошли мочить этих гадов. Тревога. Обнаружен враг. Идите сюда к бачку, я сейчас вас поджарю. Говорю тебе, в батальоне одни психопаты. Вам очень сильно не повезло. Тебе это позвать не буду, пока вы не сдохнете. Вы не возвращайте в голову. Да пошли вы. Пень. Да быстрее перезаряжайся. Да японский городовой, вообще охренеть, как так-то на? Ты то шляпа, парни. Да вам, блин, не спинтайрос. Ну я вообще пройду, что-то залип на одной миссии, вообще жесть. Дайте гранат побольше. Фиг, гранат нету. Пошли, лохи, червячки. Внимание. Ага, тебе, а вам? Вот, черт побери. Еще
Все, мне конец, походу. А, вообще, вот фуфулыжники. Не, ребята, все, короче, на этом обзор закончен. Устал я писать, потом офигею переконверчивать. Не могу я что-то пройти. Ну, давайте еще, ладно, разик. Еще разик. Черт, я больше в первый не пойду. Удачи тебе. Ага, и тебе. Внимание, обнаружен враг. Тебе реально стоит поднять острую площадку. Они продолжают начало моих пулеметов. Хорошая кучка. Сейчас нас тут ребята разберут. Все, мне конец, походу. Да ладно, неужели я тебя завалил, ты первого дурака?
чё, Локи, пойдемте вперед. Тебе, а тебе? Что-то я уже как-то и очку идти-то туда. Да ладно, всех завалили, что ли? Нажать? Ясно. Ага. Читать не будем, как говорится. Это что это я сделал? Нифига себе. Т. Ага. Угроза обнаружена. Дайте мне танк, парни. Вон там, вон за тем зданием есть бар. Там лучший виски сауэр в Манхэттене. Если освободим город, угощу тебя выпивкой. То есть, когда освободим? А? Вот и вертолет. Там должны быть остальные наши. Наконец-то, даже не верится. Пошли! Опа! Вертушку завалили. Ёшкин кот. Как мы теперь полетим? Наши парни на другой вертушке. Чуть не понял, меня забыли, что ли? Вернись, вернись, брат. Давай, давай. Шел, шел и полетел. Дальше поколбасить, раз уж прошли. Наконец-то, даже не верится. Ты здорово работаешь. Вот и вертолет. Пошли! Там лучшие виски сауэр в Манхэттене. Держись! То есть, когда освободим? Эй! Потерпи! Эй! Потерпи! Офигеть!
Одноглазая тетка. Ну вот и все. Вставай. Нормуль. Слушай, все с тобой нормально. По сравнению со мной тебя и не задело. Черт, командир погиб во время взрыва. Но есть задание, и мы его выполним только... Через минуту садимся! Лагерь будет справа по борту! Я все выяснила про первую волну! Кто погиб, кто пропал без вести! Остались только мы! Поэтому надо взять себя в руки! Выбора нет! ОТГ-68, диспетчерская, вижу Хадсон. Да, два агента спецотряда на борту. Это их вертолет рванул. ОТГ-68, захожу на посадку. Обычно, чтобы понять, можно ли рассчитывать на человека, нужно время. Но времени нет, так что я ставлю на тебя. Только не знаю, на что вы рассчитываете. За воротами идет настоящая война. Кто тут командир? Капитан Бенитес. Он руководил эвакуацией Madison Square Garden. Но утром связь с ним пропала. Если до завтра он не проявится, уходим. Никто никуда не уйдет. Мы вернем себе город. Бери снаряжение. Будем на связи. Желаю удачи. До свидания. И этот город будет русский. Мы сейчас его возьмем, е-мое. Опа, что за банда? Тебе к начальнику снабжения. Вон там, сразу за воротами. Или что? Дайте мне химзащиту, ё-моё. Черт побери, куда тут надо? Я понимаю, почему нам необходимо найти секунды, но... Торговец, где торговец? Чем торгуешь? Агент, у тебя усталый вид. Мне ужасно неловко это говорить. Пулемет мне дай. Еще столько всего нужно сделать. Не забудь, в такой холод надо надевать шерсть, а не синтетику. Меня посадили за эту работу, дай потому что пулемет. У меня артикулит. Но ты не волнуйся. Пулемет дай. Я буду исправно тебя информировать. Спасибо. Да, графика, ребята, прикольная. Однозначно прикольная. Опа! Мы еще и прыгать можем. Доступна ячейка для дополнительного оружия. Прикольно. Дайте велосипед мне.
машине, туда идти хоть велосипед. Ну правильно, ребята, за такую цену, как бы, две с лишним штуки, чтобы еще графика была плохая, такого быть не должно. Что-то медленно бежим, парень. Давай как-нибудь пошустрее. Долго еще бежать-то, блин. Ух ты. Новогодняя, блин, ночь. О, блин, можно же было делать скрины этим Стимом. Что-то я... Чего тебе надо? Ты что валяешься, негр? Ты что, умер? Походу, да. Я тебе помогу, брат. Чтоб ты не мучился. И это что за мар? Что за говнюки? Мы тебе очень рады. Ты кто такой был? Я не понял. Тут такие, блин. Походу, это, ребята, был какой-то игрок. Ё-моё. А я его брохнул. Вот наши. Сообщение на волне ОТГ. Мы под обстрелом. Из малого калибра. Это мародеры. Всем бойцам ОТГ. Прием. Поиск источника сигнала. Анализ завершен. Передаю координаты. Маячить перед глазами. Лови, я не побегу. Укрытие, укрытие. Вы вдохните при любом раздумании. Что сражаюсь вместе с тобой. Спасибо, это было очень плохо. Я рад, что ты здесь. Теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на патруль ОТГ.
Да блин, перескакни ты, ё-моё. Анимашка, мигалок, парни, даже есть, ух ты. Все-таки бичура какая-то, что ли? Вот, черт побери! Ты кто такой, ты, ё? Пипец вообще! Мародеры, ёрки-палки! Еще тут, что ли, двое? Диспетчер, говорит агент Фейлау, я уполномочена приказом президента и Министерством национальной безопасности, директива 51. Операция «Ответ», второй этап. Кто бы вы ни были, нас атакуют со всех сторон. Не знаю, чем вы можете помочь. А сейчас нам пригодится любая помощь. Откуда вам известна моя частота? Мы вас прикроем. Только не стреляйте в тех, кто пытается вам помочь. Конец связи. Внимание! Подключаюсь к местным каналам ОТГ. Ответ 43. Хорошие новости. Сообщаю, что к вам идет подкрепление. Агенты спецотряда. Наконец-то! Вас только за смертью посылать! Гоните их сюда! Монстр, прикрываешь на лестнице! Мартинес, обходи с фланга! Давайте, давайте! Вот этого парня нам не завалить. Нету бомбочек никаких даже. О-о. Чем-то меня тут. Все меня завалят, ё-моё.
вечер. Ситуация снаружи под контролем. Запишите в отчет. Пришел спецотряд и всех спас. Спасибо за отчет, отряд Браво. Будьте начеку, сохраняйте боеготовность. Рад, что вы живы. Теперь нужно обустроить базу. Зайди туда, осмотрись. Я, наконец, обзавелась транспортом, так что скоро буду. Давай. О, скоро будут на колесах на каких-то. Че тут все по оружию, больше ничего нету. Система вентиляции и очистки воздуха включена. Уровень заражения снижен. Агент, нам нужно наладить работу базы и доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем им город. У нашей базы есть потенциал, но в данный момент она черт знает на что похожа. Чтобы привести ее в порядок, нам понадобится толковый персонал. В частности, врачи. В полевом госпитале в Мэдисон Сквер Гарден есть вирусолог, но тот район кишит бандитами. С ней мы сможем организовать работу медблока. Без нее... Командир ОТГ Бенитос сейчас в поле и с ним нет связи. Верни его. Пусть займется силовым блоком базы. К тому же, я надеюсь, это повысит боевой дух ребят. Еще нам нужно электричество. Будет энергия, будет и нормальная разведка. У них был свой техник, но, видимо, с ним что-то случилось. Не найдем его, останемся без света. Исаак умеет сканировать все блоки базы и отслеживать изменения, так что ты всегда будешь в курсе дела. И чем лучше мы организуем работу базы, тем больше сможем сделать для города. В медицинском блоке сейчас полный раздрай. Тут нужен вирусолог, тогда мы сможем заняться изучением вируса и получать больше припасов. Не только для гражданских, но и для себя тоже. Смотрите, какая вещь! Некогда нам разбираться, блин. Все где-то наверху, ребята. Эй, подходи, зацени. Нету времени заценивать. Силовой корпус пребывает в запустении. Еще здесь не хватает капитана Бенитоса. Его в ОТГ обожают. Бенитос наверняка поможет нам с разведданными и огневой поддержкой, так что мы сможем очистить улицы от этой мрази. Так, у тебя чувак уже был. Надо наверх-то подниматься. Не понял. Лестница наверх, где парни? Да ядрен батона, смотри. Кто там пришел? Кто пришел? Кто пришел, тот и ушел. Так, перезарядиться. Эх. Что-то взяли. А вот она. Технический блок переживает не лучшие дни, но если удастся доставить сюда Ротса, дела пойдут на лад. Этот парень много чего умеет. Он из частной военной компании, и он умнее, чем может показаться на первый взгляд. Эй, плохие новости. Я не смогу пойти с тобой. Ты же видишь, что у меня с ногой. Буду помогать тебе отсюда. Что поделать? Знаешь, как сильно я мечтала об оперативной работе. Я готовилась к этому всю свою жизнь, но... Давай, я не иди, так себе все представляла. Иди лечись, е-мое. У нас ведь не должно быть привязанностей, да? Чтобы они не мешали взять и все бросить. Я так и сделала. Не помогло. Я к ним привязана. Это мои люди, это мой город. И мы его отобьем. Давайте-ка... Да,
Ладно, ладно. Вся надежда на нас. Нельзя их подвести. А транспорт-то где? Так, продолжим, ребята. Куда бежать, куда идти, кого спасти. О, дай-ка нам что-нибудь, парень. О. Автомат нам надо какой-нибудь клевый. Вот это. Как купить-то? Где сравнить? Фу, еще и бабла нету. Ну и пса, значит. Могли бы... Ага. Ствол дай. Удачи там. Там тут какой-то ящик. О. Куда бежать-то, ё-моё? Тут я уже был. Чем могу вам помочь? Ничем. Ствол дай. Тоже что-то есть. Живо учесть. Где бабло-то посмотреть? Я даже не понимаю. Сила навыков, живучесть. Так, короче, пойдемте так. Что-то. Готовы что-то купить? Будем. О, ребята, это игроки. Да, ребята, это были игроки. Есть интересная работа, агент. Что делать? Я могу уйти обратно. Такое.
средняя. Ну ладно, пусть будет средняя. Как что нажимать? Хрен его знает. Одному-то нельзя пройти. Слушай, ну а чем ты займешься, когда все закончится? Возьму крутую тачку и поеду на запад. Найду себе мужичка в Калифорнии и покажу ему, как развлекаются ребята с восточного побережья. Точно. Вы приближаетесь к грузу. Это Воробей 3, прием. Мы скоро будем у вас. Наверх залез, смотрите. Внимание, к вам приближается противник. Противник. Я так рад, что ты на нашей стороне. Без тебя у нас ничего бы не вышло. Действуем по инструкции. Это Воробей 3. Мы на месте. Можно работать.
Внимание! Обнаружен противник. У тебя что, вата в ушах? Я с тобой говорю. Черт побери. Все, ребята, на этом заканчиваю. Уже пишу, блин, час с лишним. Подписывайтесь, ребята, на канал. Подписывайтесь в группу. Игра обалденная. У кого есть средства, обязательно покупайте. Но вот сейчас на выходные была игра доступна бесплатно, поэтому надо было ловить момент. Контролируйте все это, ребята, в Стиме, в магазине. Там все написано, вся информация есть. Так что всем удачки, всех с наступающим. С вами был Драйвер 51 Рус. Всем пока.